a far eastern land across the sea. A young man who has yet to know his potential. This potential is a power that could either destroy him or realize his will. His courage shall determine his fate. The path he must traverse, fraught with adversity, I await whilst praying. For this destiny, predetermined since ancient times, a pitch-black night unfolds with the morning star as its only light. And thus the saga begins. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами Гидеон, и я рад вас приветствовать в новом 2013 году. А Новый год, это значит что? Это новая рубрика, как я и обещал в моем новогоднем видео. Кстати, не забывайте про него, розыгрыш игры будет проводиться всего лишь до 7 января, включительно до 6 часов вечера. Кто успеет, тот, возможно, получит все 7 частей GTA. А сейчас я расскажу поподробнее о новой рубрике. Новая рубрика будет называться «Лучшие игры». И это не лучшие игры, по мнению, например, какого-либо журнала. Хотя, скорее всего, на 95% эта информация будет совпадать. Ну, может быть, на 90%, я, конечно, слукавил. Сейчас, в самом начале этой рубрики, я вам представлю самую интересную игру, которую я видел. Эта игра вышла еще на старой приставке Dreamcast. Она была распространена в то время, когда одновременно с ней была распространена приставка PlayStation 1, но PlayStation 1, конечно, снискала большую популярность у игроков, у населения и вообще, особенно в нашей стране. Поэтому о Dreamcast знали очень мало людей, но мне повезло, племянник купил еще тогда, вернее, ему подарили тогда эту приставку, и он показал мне эту чудесную игру. Я, конечно, сначала относился скептически, считал, что самые лучшие игры это Resident, Silent Hill, хотя я не отрицаю, что это тоже отличнейшие игры, конечно, входящие в мой список, но здесь будут игры, которые входят в топ. Игры, про которые я никогда не забуду, которые я играл, и это впечатление осталось на всю жизнь. И первая игра, эта игра весьма редкая, но имеет невероятное число фанатов, которые каждый год просят продолжения, потому что было выпущено всего две части, и после того, как они были выпущены, они не окупились из-за того, что приставка оказалась непопулярна. Хотя эти игры, первая Shenmue особенно, и вторая Shenmue, они имели самый огромный бюджет за всю историю игр. Сейчас, возможно, конечно, ее уже переплюнули, но по тем цифрам, вы можете посмотреть в Википедии, 70 миллионов было потрачено. Хотя, по некоторым данным, все же после долгого времени создатель Ю Сузуки все-таки сказал, что, конечно, эта сумма была преувеличена, и было потрачено 45 миллионов, но это тоже невероятная сумма, и вы увидите почему. Потому что эта игра 99-го года, и помните это, 99-го, когда я буду показывать ее, когда я ее буду проходить. 99-го, то, что в этой игре для 99-го года просто недостижимо, просто революция. И это, наверное, была первая игра, помимо того, что здесь есть смена погоды, смена дня и ночи, здесь также впервые была введена система QTE, Quick Time Event, ну, вы знаете ее, по Фаренгейту, да уже почти по всем играм, уже даже в Battlefield, в Call of Duty, Far Cry 3, куда только не попади эту систему встроили, потому что она очень нравится игрокам. Поэтому игра настолько шикарная, мне очень жаль, что о ней так мало людей знают. Но мне кажется,
я надеюсь на это, благодаря мне они узнают еще больше. И будет еще больше петиций на то, чтобы игру продолжили. Сейчас, конечно, разговор затянулся, но я все-таки расскажу, должен рассказать. Сейчас Sega хочет переиздать эту игру в лучшем HD формате. Но пока Sega не хочет этого делать, она уже издала некоторые другие игры с Dreamcast, а вот эту чудесную игру она не хочет пока издавать. Видимо, она дожидается решения, хотя решения они принимают очень долго, очень долго. Будет ли продолжаться сага? Соответственно, действительно было бы выгодно, если бы сага продолжалась, выпустить сначала вот первые части в HD, чтобы люди ознакомились, и ждали следующей части, ну, как рекламу можно это рассматривать. В общем, что-то я заговорился, что-то очень долго это все, поэтому мы начинаем. Ine-san. Ryu-san, I'm all right, but Hazuki-sensei... My father? Ryo-san! Fuku-san! Stay back, Ryo. For the last time, where is the mirror? I've no intention of telling you. You ask, I'll never tell. No, don't hand over the mirror, or else. Your son. Wait! The mirror... It's buried... under the cherry tree. Uh, 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 uh,
Do you remember Cao Sun Ming? Cao? That's the name of the man you killed in Moon Swoon. It can't be... you! Get up. I'll allow you to die like a warrior. Father... Wendy-sama, we have it. For Hazuki-sensei. Ну что же, мы узнали такое трагичное начало. У нас появляется неизвестный по имени Лайн Ди и убивает отца за некое зеркало. И сейчас мы посмотрим, что у нас есть в блокноте. Да, в игре есть блокнот. В блокноте есть номера пожарных, полиции, там прогноз погоды, справочный. Ну так, всякая ерунда по мелочи.
Вот, также нашего героя зовут Рио Хазуки. Он здесь записывает разные номера и то, что происходит по сюжету и, ну, вообще в игре. Чтобы не потеряться, чтобы не забыть наши задачи. Итак, он здесь записал, что произошло и что надо разузнать, что же произошло. Мы проснулись от кошмара и сейчас пойдем по дому, поговорим, возможно, с нашей. Ryo-san, you should still be resting. I'm fine, really. And you? Are you all right? Yes, but I must keep busy, otherwise I'll get depressed. I understand. But you needn't work too hard. Yes. Oh, by the way, I have this for you. This is for today. From tomorrow, I'll leave it on top of the shoe cabinet every day. Do you know where Fuku-san is? Fukada-san? I believe he's in the dojo. Really? Thanks. Это, скорее всего, так как мы живем в довольно богатом поместье японском, у нас это, скорее всего, просто, ну, гувернантка или няня. В общем, по дому, работница по дому, она уже довольно старенькая, и Рио ее очень любит как родную. У нас есть свои карманные расходы, карманные деньги, и мы, вот здесь у нас наше меню, ну, тут сохранится, да. Хочу заметить, как вы видели, драка в доджо была у нас с использованием разных приемов, и этим не обошли мимо это разработчики. В игре также присутствует система приемов, комбо, конечно, тут нету, как в Mortal Kombat, но здесь есть настоящая система сражений, приемы различные. Здесь можно, мы их можем сейчас посмотреть, вот. Различные. Я играю на эмуляторе, соответственно, хотя какая разница, это не меняет ничего. Сейчас уже очень у нас хорошие эмуляторы сделаны. Спасибо сторонним разработчикам, спасибо за их энтузиазм. Итак, у нас 10 тысяч йен есть. На них мы можем купить, ну, не знаю, разные вещи. Что угодно можем купить. Можем зайти в магазин, потом обязательно туда зайдем, что-нибудь можно купить. Можно собирать различные коллекции. Вот сейчас видите коллекции. У нас, к сожалению, в коллекции ничего нету. Также у нас есть различные кассеты, можно собирать. Какие-то жетоны. Кстати, про жетоны что-то я не очень помню, к сожалению. Коллекции, можно собирать коллекции игрушек и прочее. Также здесь есть у нас часы, идет время. Можно пройти в разные комнаты. Также можно вот открывать там двери. И не только, кстати говоря, не только. У нас также... сейчас, секундочку. Так, мы можем осмотреться. Да, мы можем осмотреться. И также, вот, например, мы подходим к шкафу. Так, сейчас, секунду. Итак, так. Значит, сейчас попробуем еще разочек. Ага, вот, мы приближаем. И, например, наводим вот на этот шкафчик. Открываем его. У нас тут лежат какие-то вещи. Ну, здесь ничего полезного. Переходим, например, на следующий. Смотрим. Здесь есть какие-то предметы. Мы можем их рассмотреть. В некоторых шкафчиках лежит что-то полезное. Тогда персонаж возьмет его. Иногда в инвентарь, иногда просто осмотрит, если это, ну, какая-то полезная вещь. Очень похоже на осмотр предметов в LA Noir.
тоже очень-очень сильно это напомнило, когда играл в игру. Тоже очень мне понравилась эта игра. Сейчас, ну, мы смотрим тут простые, в общем, ничего особенного мы в комоде не находим. Отойдем от него и пойдемте поглядим. У нас здесь есть, например, вот телевизор. Подойдем к телевизору. А, это выключатель, ну, понятно, свет выключать. Так, сейчас к телевизору. Нет, 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 не сюда. Не сюда. Вот сюда. Откроем. Что у нас тут? У нас тут есть приставочка. Рио достанет приставочку. Также можно здесь покупать игры. Какие-то небольшие. И, ну вот, если бы у меня, конечно, была сейчас игра, я бы там открыл меню, в общем, посмотрел бы тут кассеты. У меня сейчас нет, у меня нет ни одной купленной игры. И сыграл бы в игру. Кстати, заметьте, часы наверху. Сейчас покажу их, вот. Время синхронизировано. Время идет так же, как и, ну, у нашего героя на часах. То есть без всякой лажи с нарисованными часами. Все сделано очень добротно, на совесть. Вот мы, например, можем свет выключить. Да? Мы выключаем свет. То есть вот такие моменты есть. Очень-очень натурально. Если бы сейчас такая игра вышла, я думаю, в точно таком же виде, каком она сейчас есть, снискала бы не меньшую популярность. Давайте сходим на кухню, посмотрим, как там наша Ине-сан. Она здесь что-то готовит. Ну, мы можем с ней пообщаться. Давайте посмотрим, что на столе у нас есть. А, здесь нам показывают некий флешбэк. Ryo, while you're still sleeping in bed, farmers are working hard in the fields, carefully picking carrots one by one. So how can you waste them like that? Okay, I'll eat them. Good. That's my boy. Вот такие вот небольшие флешбеки присутствуют. Совершенно, так сказать, ни к чему не обязывающие. Мы можем их увидеть, можем их не увидеть. Здесь, в этой игре, очень-очень много таких моментов, о которых мы просто можем не узнать, за первое прохождение не увидеть. Заглянем в холодильник. Что у нас тут? Ну, ничего интересного. Посмотрим в основную часть. Что у нас тут есть? Молочко. Что-то еще тут есть. Ну, ничего особенного. Такс. Поговорим с Ине-сан. Ине-сан. Ю-сан. You must be tired. Perhaps you should rest. I'm fine. If I don't keep busy, I'll get depressed, you know. That's just like you, Ine-san. Well, yourself. Yes. Where's Fuku-san? He's been in the dojo all day. All day? Yes. I suppose he's working out his grief over Sensei's murder. Please go and talk with him. Sure. Ну что же, последуем совету Ине-сан, сходим в доджо, поговорим с Фуку-саном, что он думает по этому поводу. Вот телефон, мы, например, можем набрать номер какой-то, позвонить куда-нибудь, какую-нибудь там, не знаю, справочную или прогноз погоды, как истинный японец Рио оставляет обувь у порога. Игра очень интерактивна, здесь присутствует невероятное количество каких-то моментов, каких-то незначительных видеовставок. Более того, присутствует огромное количество
сейчас. Секундочку. Так, я тут бег немножечко настроил. Ну и сейчас отправляемся к Фукусану, в доджо. Посмотрим, что же он скажет. Может, он что-то видел интересное по поводу машины. Не знаю. Ryo-san, is everything okay? Don't worry, I'm fine. I want to ask you about that man. Oh, that man. The man called Landi. What did he talk with my father about? Landi demanded the mirror, and then they threw me out of the dojo. The black suits? Catch the names? I don't know. They came out of nowhere. I see. Thanks, Fuku-san. If you remember anything at all, be sure to tell me. Ryo-san, why? What you gonna do? Ryo-san, where are you going? You're not going after them. Please, don't. Look what they did to Hazuki-sensei. They killed my father, right in front of me. I will have my revenge. I need to do this for my father. Ну что же, ничего особо, так сказать, полезного мы не узнали от Фукусана, но теперь мы знаем точные намерения Рио, хотя, в принципе, и без этого можно было бы догадаться. Как я уже говорил, здесь есть очень большое количество всяких сценок, заставочек и, ну, прочего такого, чего можно на самом деле просто не увидеть, причем не по той причине, например, вы туда не пришли или поговорили, ну, или не поговорили с человеком каким-то, а, например, вы пришли просто не в то время, или, там, пришли, наоборот, в то время и увидите эту заставку, или даже не просто заставку, а какой-то ивент особенный, там, какой-нибудь пьяница нападает. Это, кстати, я не придумываю, на самом деле так и есть, есть такой момент в игре, в определенном участке. Ну что же, теперь я думаю, нам нужно поговорить с Ини-сан. Хотя, наверное, сейчас еще раз я загляну в дневничок. Нет, мне нужно скорее отправиться в деревню и поспрашивать людей в деревне. Ини-сан. Yes. About that day. Yes. What did those men say to you? Not a word. It was all so sudden. Ryo-san, surely you're not... I'm going to find those men. Please don't, Ryo-san. Ine-san, they... I know. Then... Hazuki-sensei has passed away. And you, Ryo-san, must take responsibility for the Hazuki Dojo. But I cannot let things go. Not feeling like this. I must do something. Ryo-san. Ну, что же. Да, Ини-сан переживает все-таки, конечно, за нас, но... Что поделать, нужно отправляться на поиски. Отправляться на поиски и узнать, кто этот загадочный Ланди. И добраться до него. Отправимся сейчас в предместье, так сказать, поместье Хазуки. Оно называется Яманоси. Здесь как бы такие определенные локации. У нас есть поместье Хазуки. Перед ним идет небольшой такой отрезочек, называется Яманоси. А за ним идет уже Сакурагаока и Дабуита. Дабуита уже это большой такой район. Там уже магазины у нас будут различные, всякие лавки торговые, много людей будет ездить. Так что, о, у нас какой-то здесь парень стоит, давайте с ним пообщаемся. Hey! Hey, mister! Let's play baseball! Some other time, okay? Нет, паренек, не хочет нам ничего подсказать, не знает или просто дурачится. Так что идем дальше. Hmm? Hi, Megumi.
You got a kitten in there? You promised not to tell my mommy? Sure. Okay, then I'll show you. Is this your kitten? Uh-uh. But this kitty, see? She's all alone. All alone? Yep. See, the other day, when it rained, a car ran over her mommy. My big sister saw it. She said it was a big black car. A black car? Yeah, and she said it was really scary. And then me and Sis, we buried the mommy cat. And so now, I can be the kitty's mommy. But Mommy says we can't keep the kitten at home. So you going to keep her here? Yeah, everybody's helping out too. Like Kota, Yasuo, and Kaio. I see. Kitty don't look so good. Think she's hungry? Wait a second. Okay. Там у нас немножечко еды лежит. Это какой-то японский алтарь или что-то типа того. Я думаю, нашему котенку больше понравится сушеная рыбка. Возьмем ее. Do this, so it's easier to eat. Wow, she's eating! She's so tiny, but already an orphan. It's so sad! Yamagishi-san almost got ran over too! Yamagishi-san? Yeah, the car was going so fast, he got shocked and fell! And hurt his backside, so now he stays home all day. When I go to the candy shop, I always stop by to visit him. Yeah, it's close by there. Megumi, you need to be careful around cars too. Yes. Well, I've got to go now. But wait! We gotta think of a name for the kitty! Oh, well, when I think of a good one, I'll let you know. You promise? Bye-bye, Dio! Bye-bye. Ну что ж, мы узнали то, что Ямагаши-сана тоже чуть не сбила машина. Это огромная черная. Так как времена у нас старые, довольно-таки 86-й год. То машина является такой редкостью, особенно такая большая, красивая, черная. В основном я тут замечаю всякие маленькие мопедики и прочее такое, но вот машин тут, конечно, практически нету. Так что пойдемте найдем Ямагаши-сана, где он может находиться. Он находится дома у себя. Где его дом? Надо поспрашивать, наверное, как всегда. Так, тут у нас никого. Может, у строителей спросим? Excuse me. Excuse me. I've been too tired lately. Catch me next time. Да, нет, эти ребят нам ничего не скажут, надо кого-нибудь местного найти. Вот женщины стоят, судачат о чем-то. Спросим их. Мишима-сан. Oh, hello, Ryo. That day of the incident, did you see some men dressed in black suits? Black suits? No. I didn't see them. Well, did you happen to notice anything unusual? Oh, nothing worth mentioning. I'm looking for anything at all. Is there anything you remember? I'm sorry, Ryo. The weather was awful, so I stayed inside all day. Did you ask Sumiya-san?
She knows about everything that occurs in this neighborhood. Is that so? Нужно Курио-сана, сан или кто там, чем толком не пойму, спросить. О, а это что у нас? Excuse me. Yes. What's this name plate say? It says Tajima. Does it? I'm trying to find the Yamamoto's house, but see, my eyesight is bad, so... Don't worry. I'll look for it. Wait for me in that park up ahead. You're so kind. Thank you so much. Ага. Бабушка просит нас найти дом Ямамото? Ну, что же. Я думаю, нам стоит его поискать. Старым женщинам помогать надо. Безусловно. И дедушкам. Так. Старая дама ищет дом семьи Ямамото в Сакурагаоке. Ну что же. Кстати, вот у нас здесь есть автоматы с игрушечками, о которых я вам говорил. Эти игрушечки можно собирать в коллекцию. Давайте купим одну. I should buy one. И что у нас будет за игрушечка? Игрушечки у нас всякие разные. Собираем в коллекцию. Это у нас... Hey. 16 тонн. Бомба 2 называется. Вот, можем покупать I should try again. Такие игрушечки. Нет, ну, больше тратить не будем. Денежек нам дают не так уж и много. Давайте выпьем газировочки, что ли. Денек у нас хороший, погожий. Выпьем. Давайте вот эту оранжевенькую выпьем. Да, кстати, иногда в этих газировочках можно... Ха? A winner? Вот, я об этом хотел сказать. Можно выиграть приз. Вот, даже газировочку покупаешь и выигрываешь призовую банку. Наверное, ее потом в магазине можно обменять. Ну, уже на подарок или что там, игрушечку. Ну, тоже для коллекции. Собственно, такая сторонняя вещь. Не относящийся к сюжету. Ah, good. Вон баночку положили. Так, что же, давайте пойдемте поищем. Поищем. Ага, карта. Вот что нам нужно. Карта это то, что нам нужно. Так, давайте Ямамото поищем, что ли, сначала. Ямагаши. А, вот, Ямагаши. Мы нашли Ямагаши, он находится... Так, мы здесь. Значит, нам нужно сейчас налево и до упора вниз. А, ну мы там были, то есть... Так. Угу. Давайте поищем Ямамото. А, так Ямамото вот же, прямо напротив меня. Отлично. Так, значит, где-то вот... Вот этот, что ли, дом? Вот этот, по-моему, дом. Это дом Ямамото. Сейчас я посмотрю поближе. Да, это Ямамото. Ямамото. That's it. Guess I'll go get that lady. Так, а парк у нас где-то здесь, рядом. Вот он. Вот парк. Давайте найдем милую леди в парке. На качельках сидит. И... Бабуля. Ma'am, I found it. Did you? Thank you so very much. Кстати, позвольте заметить, если бы я не пришел в определенное время сюда, я бы не встретился с ней. Young man. I have to go now. There are so few helpful young people these days. Ну, мы-то не такие. Вот одна из сценок, которая ничего не меняет по сюжету, просто мы помогли женщине. Ой, аккуратней. И... Помогли женщине, собственно, просто так, безвозмездно, ничего по сюжету не меняя. А вот тут у нас Ямагаши вроде бы, да? Я правильно? Ямагаши-сан. Да, я правильно. Oh, it's you, Leo. How is your back? Yes, it's much better. But how did you know? I heard from someone in the neighborhood that you almost got ran over by a car.
Well, it must have been Megumi or Sumiya-san who told you. That driver was insane. Could you tell me about what happened with that car? Sure. This black car came flying around the corner over by Sakuragaoka Park and went towards Dubuita. A black car? Did you see the license plate number? Maybe, if there hadn't been any snow. And to make matters worse, I fell over. So I never had the chance. Oh, well, I'm glad to hear you're okay. Так, ну да, и тут нам тоже ничего... Ничего особенного не сказали. Ничего особенного. Ну что же, нам теперь стоит... А, это наш хороший друг. Давайте с ним пообщаемся. Now, Yuki. Yo! Got a sec? Yeah. That day, did you see a black car? A black car? No, I didn't. I see. Any idea who might know about the black car? Well, maybe someone in Dobuita saw it. Or the shop owners? Yeah, I've been asking around. Really? Well, I for one sure wish you had more to go on. Tell me about it. Ну что же, он нам тоже подсказывает идти в Дубуиту, именно туда мы и отправимся. Ребятишки, дайте пройти. Отправимся в Дубуиту. Ну что же, а с огромным количеством заставок мы уже далеко довольно-таки прошли. И отправимся мы в Дубуиту уже во второй части моего прохождения. Надеюсь, вам понравилось и вы одобрите это видео подпиской на мой канал, расскажете друзьям и поставите лайки. А также не забудьте прокомментировать, если у вас есть какие-то идеи, предложения или просто какие-то слова для меня. Я все читаю. Также не забывайте про мой конкурс. Всех с Новым годом! С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии!